Советская и армянская актриса Данара Пелосян, известная также как супруга Фрунзика Мкрчяна, обратила на себя внимание благодаря участию в картине «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Но хороший старт не обеспечил ей благополучного развития будущей карьеры, а страшная болезнь заперла женщину в больничную палату на долгие годы. Данара Николаевна Пелосян, в будущем Кырчян, родилась 20 апреля 1941 года в городе Гюрми, Армении. О детстве и родителях будущей актрисы ничего не известно, и ее жизненный путь удается отследить лишь с момента поступления в художественно-театральный институт Еревана. После окончания Данара попала в столичный академический театр имени Сундукяна, где играла в нескольких спектаклях. А спустя 5 лет после окончания института стала достаточно популярна в театральных кругах, но для широкой публики по-прежнему оставалась неизвестной. Ситуация изменилась только после выхода картины «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», где она сыграла жену Джабраила, которого в свою очередь играл настоящий муж актрисы Фрунзик Мкрчян. Именно благодаря мужу Данара попала в число актеров этой картины. Ну а после выхода «Кавказской пленницы» восточная красавица появилась еще в 4 проектах. «Адам и Хева», «Хатабалом», «Мужчины» и «Приключениям Гера в отпуске». К сожалению, на этом фильмография Пелосян закончилась. Надо добавить, что даже эти роли она получила благодаря мужу, который уговаривал режиссеров дать Данаре шанс проявить себя. У самого же Фрунзика дела шли просто отлично. За свою творческую биографию он сыграл 50 ролей, среди которых много главных – «Мимино», «Мужчины», «Белый рояль», «Адам и Хева», «Хатабала» и «Танго нашего детства». И это все при том, что его национальность накладывала ограничения на выбор персонажей. Только подумайте, в скольких сценариях советских проектов присутствовали армяне. Однако успех супруга не радовал Данару, даже наоборот, вгонял ее в депрессию. Фрунзик делал все возможное, чтобы радовать жену, купил большую квартиру, автомобили и даже научил ее водить. У супругов были дети, старшая дочь Нуне и младший сын Вазген. Но Данару по-прежнему ничего не радовало. Казалось, она просто зациклилась на своих неудачах и все больше становилась неадекватной. Поэтому, приходя домой, Фрунзик заставал нелюбящую жену и заботливую маму Амигеру, которая набрасывалась на него с порога иногда с криками, а иногда и с кулаками. При этом дети часто ходили голодные и жаловались отцу, что мама их не замечает. Когда Данара с мужем выходили в свет, то актеру нельзя было даже поздороваться с какой-либо женщиной, иначе за приветствием неминуемо следовал скандал. Однажды на генеральной репетиции в театре Пелосян вылетела на сцену и подняла крик, что Фрунзик взял за руку коллегу, и неважно, что так полагалось по сценарию. В конце концов, терпению актера пришел конец, и он отвез жену в психиатрическую клинику. Он ожидал, что Данаре поставят глубокую депрессию или что-то в этом роде. Однако услышал то, что заставило его лишиться дара речи. У нее была прогрессирующая шизофрения. Он отправил жену в одну из лучших клиник в Европе, которая находилась в Париже, и понимал, что Данару уже не вернуть, и хотел обеспечить ей максимальный комфорт. Данара провела в этой клинике все оставшиеся годы, более 15 лет. А через несколько лет после ее госпитализации там же оказался и их общий сын Вазген. Оказалось, что мальчику передалось заболевание матери. Врачи надеялись на улучшение, организовали встречу у матери и сына. Но эффект получился обратным. Данара и Вазген попросту друг друга не узнали. Данары Мкрчян не стало 15 июля 2011 года, в возрасте 70 лет. Она пережила и мужа, и сына, и дочь. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актеров Данару и Фрунзика Мкрчян в кино.